Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поднимаем деньги с помощью нашего сигнального бота в игре Minds. Давайте я расскажу, как его найти. А найти его довольно просто. Просто переходите по ссылочке в комментариях в наш телеграм-канал, подписывайтесь, и там будет ссылочка на нашего ботика. Все очень удобно и легко, поэтому после того, как вы найдете нашего бота, давайте я расскажу, что вам нужно будет сделать. Вы заходите, нажимаете старт, вам присылается такое сообщение, вы первым делом берете и копируете промокод MINKA5. Обязательно его копируем, потому что без него бот не сможет подключиться к вашему аккаунту. Вы нажимаете регистрация, переходите на сайтик, вы дожидаетесь, пока загрузится эта анкетка, пишите свой номер, пишите свою почту, пишите свой пароль и обязательно нажимаете на плюсик и пишите сюда свой этот промокодик, который вы скопируете в боте, то есть MINKA5. После того, как вы зарегистрируете свой аккаунт, если вы с компьютера, обязательно нажимаем кнопочку пополнить, и здесь будет указан ваш айдишник. Вы его обязательно копируете, вот как бы айдишник. Давайте покажу, где его найти, если вы с телефона. Сейчас я перейду быстренько во вкладку с телефона. Так, в общем, заходим. Смотрите, если вы с телефона, у вас будет снизу кнопочка меню, вы на нее нажимаете, и вот ваш айдишник будет указан здесь. Надеюсь, вы меня все поняли, это все довольно просто и удобно. И после того, как вы скопируете свой ID, ну или найдете хотя бы, запомните, вы нажимаете на профиль в этом боте, нажимаете добавить ID и вставляете сюда этот айдишник. Все, ребята, ID у вас сохранен и бот полностью настроен. Но я считаю, самое время пойти и поиграть. Давайте выберем 3 ловушечки, сразу закроем довольно такой легенький сигнальчик, по верхушечке вот так вот пройдемся, там сям, все, мы победили, можем забрать десяточку, и что? Правильно, мы ее заберем, мы не будем тыкать. Ну, допустим, давайте сюда бы тыкнул. Я бы выиграл, конечно, но, в принципе, окей, там разница довольно небольшая. Мне главное вам показать, как я именно выигрываю, потому что, ну, показывать, как я сижу, блин, куда-то на рандомные места тыкаю и сливаю, это глупо, потому что мы обозреваем бота, который помогает выиграть. Я считаю, нужно приносить вам правильный пример, как нужно делать, а не как не нужно сидеть вот. Давайте просто на прикол сейчас куда-нибудь тыкну. Допустим, сюда, давайте сюда закроем, сюда, сюда. Отлично, смотрите, кстати, у самого тоже хорошо получается, но, блин, это нужно иметь огромную удачу, чтобы так побеждать. Давайте еще последний раз тыкнем. Допустим, нам примерно дает бот обычно где-то на 6 звездочек сигнал. То есть мы закрыли пока что 5. И давайте 6-ю звездочку сюда тыкнем. Все, отлично. Забрали. Окей, такое тоже бывает, как вы видите, можно и без бота справиться, но шансы и риски просто огромные. Давайте теперь воспользуемся новеньким сигналом от бота. Ну и что ж, давайте попробуем еще один сигнальчик. Довольно хорошенький. Смотрите, какой. Сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 звездочек. Мы закроем, это будет отличный X. Давайте попробуем это сделать. Закрываем 2 здесь, закрываем 2 здесь. Также давайте одну здесь закроем и одну еще здесь. Ну, в принципе, давайте и так заберем. Посмотрим, здесь была ловушка или нет. Не было, мы ее могли закрыть. Но и знаете, иногда у меня бывает такое чувство, что ну вот стоит уже забрать. Но куда я дальше захожу? Да, можно тыкнуть, но лучше я заберу. И в принципе, я бы все равно выиграл, я бы забрал даже больше. Но при этом иногда у меня такое бывает. Впрочем-то, вы можете обязательно тоже нажимать сюда, нажимать вообще везде, где вам говорит бот. Не нажимайте в другие места, чтобы уже не потерять свои деньги. Так вы понажимаете, и все, вы заберете хорошую выручку и сможете уже выводить деньги. Мне каждый день пишут много людей, которые уже довольны этим ботом. Я очень честно за вас рад. Спасибо, то, что вы пользуетесь тем, что вы играете с помощью нашего бота. Вы его каждый день прокачиваете, и каждый день он все лучше и точнее выдает сигналы. То есть в первые дни запуска у нас бывало, что, допустим, из 100 игр проигрышей было примерно, ну там, 40-30. Довольно много, почти половина. Сейчас у нас из 100 игр максимум проигрышей до 5 доходит, понимаете? К минимуму мы почти все свели. Это все благодаря вам. Спасибо вам огромное. Если что, ботик будет по ссылочке в комментариях. Залетайте, поднимайте бабосик. Всем желаю удачи. Ни в коем случае не заигрываемся и не входим в азарт. Это наше первое правило. И всем пока-пока.